Поймите меня правильно, друзья. Я изобразил этого персонажа не для того, чтобы вдохновлять вас постоянно драться или искать себе, или видеть в ком-то врагов. Тем более, что враг прячется внутри каждого из нас под личиной раздутого эго, страха, ненависти, гордыни. Изобразил я его, чтобы вы, встав на путь благого для себя и остальных саморазвития, возможно, вдохновились внутренними качествами этого паренька, его непотопляемой волей к жизни и оптимизмом, усердием. И все это несмотря на то, что человек этот изначально никаким талантом-то не обладал. Навыки свои заслужил он тяжким трудом.